Чтобы сделать этот восхитительный молочный коктейль с Орео, нужно не так уж и много, но главное – желание. Начинаю с того, что положу 6 печений в блендер. Добавляю 6 столовых ложек ванильного мороженого. Вливаю 250 мл холодного молока. Взбиваю 20-30 секунд. Разливаю по стаканам, но не до края, чтобы осталось место для взбитых сливок. Декорировать можно одним печеньем Орео и полить карамелью или шоколадом, почему бы и нет. Ну и, конечно же, соломинка. Вот так. Наслаждайтесь!